Алексеевская слобода. 30 апреля 2017 год. Лисичка. Лисичка какая красивая. Ты моя умница. Ах, какая. Большие дела совершить, а мы не дали. Застеснялась. Бежит. Ах ты моя хорошая. Лисенька. Какая ты красивая. Туда. Какая красивая. От чего? Специально такое помещение для них. Смотри, 20. Но там нет, там петух. 2 петушка. Это фазаны. Красивые. Если бы сегодня был концерт, мы могли бы сегодня... Видите, они все почистят, даже там они, видите, цветочки посадили. Конечно, позже тут будет. Знаете, как красивые деревья. Да, вот корни там, а... Нам, мы когда по скайпу... Ой, ты моя как хорошая. Как она дышит. Ты моя посмотри рабочка. На меня. Ой, какая ты посмотри красивая. Ты красоточка. И там. Ну, вот, да, ну, очень красивые. Смотри, там на тебя прямо это. Да. А там ты видела маленькие? Ну да, вот там совсем маленькие. Ой, очень красивые, очень. Вот мы вошли. Вот когда люди общаются. Это мамочки с детками, посмотрите. Ну, какие. Красавцы какие. Ой, а вот это черные, смотрите, смотрите. А вот эти. Вон еще посмотри, какие. А там вот совсем маленькие. Совсем маленькие. Ой, какой красивый. Очень красивая моя. Самый доброжелательный. Да. Ты мой хороший. Ты мой хороший. Да, иди. Да. Такая мордаха. Мордаха такая. Пройди туда. Это же мамочек кузов. Ушатик. А там совсем маленький. Совсем маленькие. Очень. Ой, какой. Ой, совсем, он еще на ногах не стоит. Смотри, падает. Прелесть. Какая. Какие носы у них. Ой, какой интересный. Ой, Люси.
Кисуля, они еще не понимают, они плевали на нас. Они еще вот чуть-чуть. Вот мы взбудоражили их. Все, все. Они, ждут, они смотрят снимали. Какие-то лица незнакомые. Да, да, что такое? Кто из этих людей? А вот здесь где-то черненький. Черненький, да. Ой, 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 то дерево вообще. Ух ты, какой хороший! Ну, вот такая. А что там? А можно, можно, да, ребята, они шоколад хотят. Шоколад? Нет, не шоколад, у нас есть пирожок чуть-чуть, пирожок им, а? Татьяна Георгиевна, мы не знаем, надо их, у них полная телега еды. Ну да, это верно, но все равно для них это было абсурд. Для вас, да. Это только надо снять тебе, Андрей. Что ты? Какая прелесть, посмотри. Как замечательно это сделано. Ой, какие картины. Давай. Сними нас. Зеркало потрясающее. Давай. Да. Это без пушки. А свет нужно выключить? А свет надо выключить. Федор, да. Это когда наша это, комсомольская наша экспедиция покоряла Северный полюс. Вот, и вот мы следили за этой экспедицией. Вот Федор Конюхов там был членом этой экспедиции. Да? Впоследствии он еще 3 раза покорил Северный полюс. 3-й раз это было в одиночку. Один и на лыжах, да. Не на собаках. А это собаках. Когда была экспедиция комсомольская? Комсомольская экспедиция, это были годы, наверное, 75-й, вот такие годы. Вот, 3 раза он покорил Южный полюс. А потом он совершил 6, он единственный такой крепосветных путешествий, да. На лодке? На лодке, естественно. Они полностью с женой, видите, на верблюдах, караваны верблюдов, ну, да. Не одиночные верблюды. Через Гималайи. Прошли вот шелковый путь. Шелковый, да. Потом покорил все высочайшие вершины, да. На всех континентах. Здесь вот над Джомолунгмом почти 9848. Вот, он здесь молодой еще, без кислородной маски. А буквально 4 года назад он покорил эту вершину, тоже прошли по очень сложному маршруту, но там он уже в кислородной маске, ему уже за 60 все-таки. Да. Сейчас ему за 60. Да, ему 63, столько же, сколько нашему батюшке. Да. Батюшка, вот, нашему отцу-настоятелю тоже 63. Вы знаете, и о нем можно бесконечно. А тут еще есть. Вот какие. Посмотри, какие здесь птицы. Иди быстрее, то уже выгоним. Ой, ну попугайчик-то мой. Бонито, бонито. Гляньте, ведь смотрите. О, здесь такой рай птичий. Потрясающий, да? Да, ты такой красивый. Да, да. Черепашка. Не пойму, что это такое. Не знаю, что будет даже в день. Ладно, хорошо, все. Да. Красиво, не белые. А вот эти, как вам? Они виртуальные. А, здесь еще не было. Посмотрите. А нет. Все, да, либо все, что здесь драгоценного, это вот, да. Эти карты. Вот это самое такое. И да. Вот здесь есть монета серебряная, которую чеканили на кораблях 19 века. Настоящие, вот мы назвали макукин, либо пиратская монета, но их вот чеканили, потом переплавляли. Да, а что я не увидела. А вот она, пирогильная. Песо. Серебро, да.